поддерживает твое добро. Заводили в этом году, нет? Боевой конь. Боевой конь перед балку меняли, что ли? Здесь целая резина, конечно, слабая. Движок колхоз, как в колхозе, из-под колхоза, весь в масле, жироны вроде целые, косили весь в траве. Выше уровня. А что масло-то? На год вперед залили. Масло-то в двигатель. На год вперед залили. Конечно. Ну что ж, на два уровня наклон. Ну что? Ну, знаешь, я вру. Идишь повыше-то. Уровень-то, вот, вот здесь. Ну, еще там есть. 5 литров больше. Вот ты какой. Навеску загнули, что-то не пойму. Луку. Этот удлинитель-то что загнули так? Лом, ты живой, нет? Да. Но я им не пользовался. Он рабочий. Выключен? Конечно. А как? А что ж тогда крутится? Нет, он должен на тормозах стоять, конечно. Ты же когда выключаешь тормоз, же включаешь, чтобы ВОМ остановился. Блокировка. Блокировки нету, да. Здесь тоже сцепление наварено. Крышки все на месте. Флажок без этого. Не, ну правда, ну она вчера 1800 или 2400, надо 1800. Болт рукой. Движок 240. Компрессия есть. Нормально. Пора все в масле. Колхозник я. Колхозник я! Нет, я не фермер, я колхозник. Фермеры все в Америке, а мы в России. Да ничего у меня, скотина своя, что у меня? Ну конечно. Да нет, 3 быка, 100 овец. 100? Ночью. Ну вот это да, вот это проблема. Да, да. А машинку что, сын не может купить, что ли? Ну, машинку бы купил, да и все. Да. Угу. Закрой, Игорь. Шаг переделали, кабина. Не похож, да? Нет, нет, вот. Кабина. Это было хлоп, нахуй, и все. Стартерная снова. У нас такие трактора, что не надо хлопать. Да?
Да, конечно, я всех ругаю. Это нормально, все закрывается. Конечно, да. Да. Кабина стартерная, переставляли ее. Стартер стоял, что? Ага. Перед вроде нормально, только резина. Ну вот опять весь в масле.